косметику уничтожаем. Переехать машиной. Если слезы своей горечи протру, пожалуйста. Я чувствую, к концу этого видео ты будешь плакать. Мы поменяемся ролями. Тельняшка, ты знаешь, куда ты сегодня пришла? К тебе на канал, очевидно, да? Да, ты пришла ко мне на канал, но ты же вообще не знаешь, что сегодня будет происходить. Mm-mm. Хорошо, я расскажу тебе правила игры. Ты принесла мне свою косметику. Mm-hmm. Разную косметику. Mm-hmm. Косметику, которой у тебя не так много. Да, я же не бьюти-блогер, поэтому мне жалко. Я боюсь представить, что ты там с ней сделала. Я до сих пор не знаю участь моей косметики. Сейчас ты все узнаешь. Если ты угадаешь свою косметику, ты забираешь вместе со своей косметикой мою косметику. Если ты свою косметику не угадываешь, мы твою косметику уничтожаем. Что за херня? Ты не готова начать. Поэтому мы начинаем. Сейчас ты будешь угадывать свои скрабы. Угу. Ты хорошо знаешь свой скраб? Ну да. Вот ты сейчас и посмотрим. По ощущениям я его хорошо знаю. Ты можешь делать с этими скрабами что угодно. Носить их на лицо. Если хочешь, можешь пойти умыться. Нюхать, есть, все что угодно. Главное, угадай, какой из них твой. Угадаешь, получишь два моих. Ну это точно не мой. Мой прозрачненький и беленький. Вот этот мой с этой. Вот он, да. Вот этот мой. Он у меня такой склизкий, похож на слизь, и в нем вкрапление типа сахара или чего-то так, ну, такого, и он типа скрабирует и вот так вот делает кожу на такие вот комочки. Уверена ли ты, что это твой, а не вот этот? Попробуй еще раз, на другую руку. Нет, вот я... Ты попробуй, ты попробуй. Нет, вот этот мой, вот этот, это 100% мой. Это твой окончательный ответ? Да, это мой. Что ж, первый тур ты прошла, и ты получаешь косметику в подарок. Нет. Теперь у тебя не Верните один скраб, мне а мою ты... косметику, мою хочу косметику. Вот, это мой скраб, видите, он как сразу скрабирует ручку. Всю говняную кожу собирает. Ну что ж, ты показала, что ты разбираешься в своем скрабе. Что ж, первый раунд ты выиграла, поэтому ты получаешь японский пилинг. О-о-о. Скраб «Чистая линия». И свой скраб назад. Что ж, ты показала, что ты хорошо справляешься со скрабами. Но сможешь ли ты отгадать тени? Смогу, мне же они яркие. А у меня что, типа нет? Нам нужны тени. Да. Так что тебе придется угадать, какие из этих теней твои. Ну, а если ты не угадаешь, то я даже не буду тебе говорить, что мы сделаем с остальными цветами твоей палетки. Да иди ты в задницу, не буду с тобой дружить. Ты можешь использовать зеркало, ты можешь использовать салфетки и даже взять кисти. Не хочу. Я буду просто тихо плакать. Она реально плачет. Я не знаю, я хочу... Вот эти точно не мои, вот эти вот. Это точно не мое. Окей, почему это не твои? Потому что у меня не было таких супер ярких теней. Угу. Хотя... Нет, я думаю, что нет. Либо вот эти, либо вот эти. Скорее всего, вот эти мои. Что, нет, да? В середине, если не хочу с тобой дружить больше. Вынесите ей все тени, мои. Все, которые есть. Что, я выиграла? Да. Что, серьезно? Да. Это были твои тени, поэтому ты забираешь все. Если слезы своей горечи протру, пожалуйста. Что ж, ты угадала мои тени, и в подарок ты забираешь не две мои позиции, а три, потому что твои тени я не трогала. Это были мои точно такие же. Моя прелесть. Просто уйди, уйди, ведьма, иди отсюда. Ну, я просто не бьюти-блогер, мне не присылают вещи, поэтому я как бомж перебираюсь пожитками. Е-е-е, ветер куча теней, смотрите, сколько я выиграла, все, это все мое. Почему-то мне кажется, что ты меня обберешь просто, заберешь все. Я хорошо знаю свою косметику, потому что у меня ее мало.
Вот так вот быть не бьюти-блогером. Если честно, я бы никогда не угадала свои тени. Вообще ни при каких обстоятельствах. Поэтому я была уверена в том, что ты тоже нет. А я да. Что ж, несем следующий пункт. Дальше будут помады. Угадаешь ли ты свою помаду? Вот с помадами, мне кажется, будет сложнее, наверное. Потому что они все примерно плюс-минус одинаковые помадки. Да, из этих маленьких гадких, я не знаю, кулечков тебе нужно понять, какая помада твоя. Вот это сложнее. Хочешь попробовать на губы нанести? На губ столько нет. А тебе салфетка? Подожди, я буду делать это вот так. У тебя обычно помады, они такие более блеклые. Ты не сильно любишь яркие помады. Ну, ни разу не видела эти супер яркие помады. А вот эти две, между вот этими двумя, я сомневаюсь, потому что я не знаю, какая из них. Вот это точно твоя должна быть. Мне кажется, что моя вот эта помада, которая самая первая, потому что она самая яркая. Ты в этом уверена? У меня нет других вариантов. А, смотри, какая яркая. Это твой окончательный ответ. Да. Нет? Нет. Это была моя помада. Твоя помада была та, которую ты самую первую отмела. Поэтому тебе предстоит испытать свою судьбу. Это коробка. Коробка рандома. Так, сейчас ты классные конкурсы и тамада веселый. Сейчас ты запускаешь свою руку и вытягиваешь записку. И таким образом мы узнаем, что мы будем делать с твоей помадой. Здесь в основном всякие печальные вещи, но есть также две непечальные. Поэтому суй, 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 суй. Как-то не весело стало на этом моменте. Так, показывай, что ты там вытянула. Что? Она вытянула Глори мешок! Что это? Она вытянула Глори мешок! Она из всей кучи всякого негативного вытянула Глори мешок! Что это такое? Глори мешок – это большой мешок косметики. Ты суешь туда свою руку и все, что вытащишь, забираешь домой. Не глядя. Что это за хрень такая? Что ты устроила здесь? Что? Не смотри, просто вытягивай. Сколько вытянешь, столько вытянешь. Глори мешок! Что происходит? Что это такое? Что это? Сосная щетка? Господи! Что это за дурацкие конкурсы ты устроила, женщина? Что ж ты вытащил два карандаша от Кайли, между прочим, а это я хочу тебе сказать, ого-го, совершенно бестолковую помаду синего цвета, зубную щетку. Да, там была зубная щетка в этом Глори-мешке и подводку. Я бы рассказала вам историю из жизни, связанную с зубными щетками, но не в этот раз. Не буду. Что ж, получается, что ты остаешься при своей помаде и при Глори-мешке. Все, что ты вытащила своими руками. Что-то мне сегодня везет, да? Я чувствую, к концу этого видео ты будешь плакать. Мы поменяемся ролями, у меня поднимается настроение снова. Что ж, тебе предстоит определить, какой из этих кремов твой. Я типа нервничаю. Ты можешь нанести его на лицо, можешь его понюхать, можешь его даже попробовать на вкус, если ты так обычно поступаешь с кремом. Делай, что хочешь. Я очень сильно люблю свой крем и не хочу, чтобы ты его забирала. Ну, тогда тебе придется понять, какой из них твой. Если ты его любишь, то ты поймешь. Как хочешь. Не все похожи. Какой из этих кремов твой? Выбирай. Я выбираю, ты видишь? Выбирай. Я хлюпаю. А ты по звуку определяешь? Ну да, плюс-минус одинаково. Вот это мой. Это твой крем? Ты уверена в том, что это твой крем? Но ты выбираешь его? Угу. Ты точно уверена в этом? Это
не твой крем. Но сейчас ты будешь сама решать дальнейшую судьбу твоего крема. Тяни. Сейчас мы узнаем судьбу твоего крема. Ты готова с ним попрощаться? Переехать машиной. Ну что ж, я надеюсь, что ты готова попрощаться со своим кремом. Нет, я не готова, я не хочу. Ты когда-нибудь допускала вообще тот факт, что твой крем будет переезжать машина? Нет. Но ты сама выбрала своему крему твою судьбу, так что ставь его под колеса, а я буду его переезжать. Хочешь, со мной переезжай? Она выдержала. Серьезно, да? Мы переехали твой вонючий крем на машине, и он выстоял? Забери его! Я стою, оставайся здесь, а я уезжаю. Подожди, меня увези! Мне просто смешно от того, что тут как бы... Тут очевидно, какая моя тушь. То есть ты свою тушь знаешь и разбираешь? Ну, у меня самая жирная тушь. Вот-вот ее обхват. Это моя тушь. То есть ты любишь побольше? Что ж, ты выигрываешь все туши. Они, естественно, все новые, так что с тобой домой отправляются еще две мои. Конечно, это моя тушь, ну как бы тушь, которой можно не только красить глаза. Дальше думайте сами, что ей можно делать еще. Glory Hole? Glory Hole. Я думала, что этот первый выпуск будет куда более для тебя печальный и более веселый для меня. Но пока ты меня просто обворовываешь, что даже вытащила из Glory Box что-то положительное. Угадаешь ли ты свою подводку? Да. Я думаю, что да. Моя подводка... Так. Ну, точно не это. И точно не это. Следовательно, моя подводка вот это. Да, вот моя подводка черненькая, такая насыщенная, жиденькая, прям такая с сексуальными полосочками ложится. Все, отстань от меня, забирай все подводки, забирай всю мою душу, все забирай, все забирай. Не, вы просто посмотрите, сколько она там всего отхапала себе. Тебе не стыдно вообще приходить на мой канал и оставлять меня без косметики? Выбирай! Так что вышло. Из этого твое? Это что, это типа какие-то... Старой бабкой пахнет? О, это знакомо пахнет. А это ничем не пахнет. Это какой-то это праймер, что ли? Да. Но коричневого праймера у меня точно отродясь не было. Ну, кстати, хорошо, слушайте, кожа делает. Белого бабкиного праймера у меня тоже. Что ты хихикаешь? Это не праймер, это сало? Зачем ты так хихикаешь? А? Да. Что, это сало? Нет. А что, это бальзам для губ? Нет, это тоже праймер. Да? Просто так подозрительно хихикаешь, будто это что-то плохое. Я просто уже в отчаянии, что ты все у меня обокрала. Правильно, что ты в отчаянии, потому что вот это мой праймер. Забирай все себе, забирай. Все забирай, все забирай. Что ж, Тилька, поделись, пожалуйста, своими впечатлениями о этом, так сказать, шоу «Угадай или сосай». Ну, сначала мне было грустно и плохо, когда я думала, что я буду максимально всасывать здесь и, типа, распрощаюсь просто со всей своей единственной косметикой, которая у меня есть. И поначалу мне было даже страшно. Но потом я почувствовала вкус к победе и, типа, соснула здесь ты.
Черт, в этом момент я должна была дать тебе подарок за участие в этом удивительном шоу, но теперь мне не хочется это делать. Поэтому я спрошу у подписчиков, какую блогершу или, может быть, блогера вы бы хотели видеть на вот этом вот самом месте? Кто еще будет угадывать или сосай делать? Собственно, Тилька, весь этот пакет Glory Haul, он для тебя. Это твоя новая косметика. Спасибо тебе за участие. Ебой! Угадай. Ладно, так еще будь, я буду с тобой дружить. Или сосай. Пока.